Доплаты за классное руководство будут получать учителя всех российских школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Вознаграждение в 5000 рублей теперь полагается также классным руководителям образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, таким как Министерство культуры, Министерство транспорта и МЧС. Решение о выплатах за классное руководство было принято по поручению Владимира Путина. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.